Так, всем привет. Вот такая у нас маленькая милая картинка. Жара уже целых 10 человек присоединилась. Угу. Ого. Так. О, кто тут попался в кадр? Угу. Всем привет. О, так, ну что, на улице жарко настолько, что мы решили прийти в бейкери и поесть прохладного кофе, сока и пироженков. Приятного аппетита, Саша, Мася. Всем привет, 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 привет. Много-много приветов. Привет. Да. В Питере сегодня устроили марафон. Из-за этого марафона перекрыли нахрен все улицы. Мы с утра встали пораньше в 9, пошопились. У тебя есть фотоаппарат? У меня есть оператор. У моего оператора есть все. И фотоаппарат, и видеокамера. Так, тут моя Маська. Ты будешь со мной? Тебя кормить? Всяко разное. Нет, я пока не буду кушать. Почему? Почему так? Мы где мы? Мы на Петроградке. Мы на Петроградке ждем нашу подружку, которая приезжает с Москвы. Вот. И потом поболтаем с ней и поедем домой в нашу крепость, где все прохладненько, комфортненько. Нет, будем покупать билеты. Куда билеты? А, билеты, да, мы будем покупать билеты. Мы все-таки летим в отпуск. Еще не знаем куда, вот сейчас с вами доболтаем и будем покупать билеты. Я девушка, хороший вопрос. Они не знают, я девушка или нет. Так, ты эту крепость снимаешь? Нет, мы эту крепость взяли в ипотеку. Теперь мы достаточно долго будем и все равно трудиться. Саня, загорать? Ух, не, в России я вообще-то не люблю. Привет из Южной Кореи. Южной Кореи наш тоже солнечный привет. Куда летим? Я не знаю, куда мы летим. У нас есть определенный бюджет. Сейчас будем смотреть, как его потратить. Конечно, вот. В Доминикану хотим. Куда? Ну, вот видите, Мася говорит в Доминикану, так что вот так вот. Привет из Киева. Так, летите в Уганду. Что там делать? В Уганде? В Уганде. Ну, я найду, чем так, различно. Я модный, очень интересно выглядите. Да, есть такое дело. Показать зубы. А так вот. Так, почему у вас такие губки? Маске нравятся. Красивые, сексуальные. Да, видите? Слышали? Красивые, сексуальные. Так что главное, что Маске нравится. В Корее едят собак. Плохо. Я люблю собак. Так, привет из Белгорода. Вокруг глаз у меня тату. Так, зачем накрасился, смотрите на YouTube-канале, там уже для вас специально есть видео для тех, кто задает одни и те же вопросы. Так, спасибо за хорошие отзывы. Так, оскариться еще разок, я же вам не обезьянка, ребята. Так, о детях не думали, не хотите? Думали, не хотим. Поедем в Доминикану все-таки. Сейчас узнаем, какие есть интересные туры, что там есть по чартерам. Я... И будем счастливы. Я не хочу никуда, хочу туда. Да, нам там нравится. Мы стараемся делать там постоянно наш красивый отдых. Потому что с белым песком, с Карибским бассейном ничего не сравнится. Так. Привет из Владивостока. Привет. Какие говорит о Масе? У Маси сегодня 62,2. Мы все не можем еще уйти ниже 60. По попе у нас 94. По талии у нас 61,5. По груди у нас сколько? Тоже 94-95. Да, собственно, так вот. Саша, алкоголь пьете? Да, пьем. Вчера пили шампанское. Да, вчера пили шампанское, но больше пива Мася, потому что у меня больше бокала не лезет. Вот. Показать свою девушку. Это не девушка, это моя жена, любимая. А я кушаю. Она кушает, да. Причем уминает за две щеки. Вкусно. Так, почему вы красите глаза? Уже рассказывали. Так, в Болгарии со скоромными совместное видео сделайте. Не знал, что ребята там. Не, мы в Болгарии не ездаки. Может быть, у ребят там вилла куплена, поэтому им там нравится. Так, это тебя же в Ютубе менты скручивали. В Ютубе? Слушайте, топ вопросов, по-моему, начинаете сразу. Включать. Где друг Миронов? Где друг Миронов? Я думаю, друг Миронов с Дашей, что он должен со мной делать? Так, Мася ест фарму. Вопросы о фармакологии, как и о сексе, являются вопросами личного порядка, поэтому на них не отвечаем. Где работаем? Работаем на Дивинской 4, я работаю в спортзале. Рассказать про диету? Это обращайтесь к моему администратору Евгению Хайтовичу, он вас запишет на консультации, и мы с удовольствием с вами все обсудим. Так, вы курите? Не, не курим. Так, доброго вам дня. Просто спасибо. Бутерачик. Что такое бутерачик?
Ира, вы красивая. У тебя косметика? Нет. Миронов с вами не едет? Вы думаете, у нас любовный треугольник? Я думаю, Даша будет против, если Сережа поедет с нами. Вот. Занимался ли я с Кокляевым? Занимался. И списываемся, и дружим. Все у нас хорошо. Ты как девочка. Спасибо. Зачем подводишь глаза? Не подвожу. Татуировка. Так. Как Масю так часто отпускают в отпуск на работе? Как? Ну, нет, пожалуйста. Стандартно. У Маси стандартно два отпуска. Иногда бывают больничные. Так. Да, с вами не общается. Нет, честно говоря, мы просто не знакомы. Собственно, вот так вот. Красивая жена, безумно красивая. Так. А с Мироновым были отношения? Какие? Я тоже мордочку свою засунула. Да. А какие у нас должны были быть с Мироновым отношения? Что там пишут? А вот. Привет, в Беларусь приезжал когда-нибудь? Нет, не приезжал. Мася. О, вот так лучше. Да. А нос там нечем вытереть? У меня как всегда сопли. Носик? Да. Так. На, тебе салфеточка. Спасибо. Остаточек от салфеточки. Так, до просмотра перископа думала, что ты придурок. Наверное, это комплимент. Наверное. Так, что у нас? Руки качаешь вместе или раздельно? Я вообще тренируюсь очень легко, а летом вообще крайне легко. Саня, ты с Прыгуновым общаешься? Нет, лично не знаком. Как думаешь, до скольки лет мужчина может защищать ребенка? Если без приколов, то у меня был знакомый, у которого был дед, он жил в Абхазии, правда, на большой достаточно высоте, а последнего ребенка он зачал 82 года. Это не прикол. Собственно, вот так вот. Так. Так, кто тут у нас на английском пишет о вампирах? С некоторыми русскими междометиями. Знаешь же? Да. Привет. Так. У тебя губы свои такие? Нет, только что мертвого человека нашел и вставил в себя. Так, Саша, ты лучше? Привет из Крыма. Спасибо. Саня, что думаешь по поводу того, что Шварценеггер пропагандирует отказаться от мяса? Я не слышал. Но Арни за свою жизнь уничтожил такое количество мяса, я думаю, что в ее возрасте уже, наверное, уже пора можно отказаться. Жену не видно, поднимите камеру. Не о, не вот так. Вот. Да, все. Все, я просто немножко засыпаю на плечике. Она на плечике вообще хорошо засыпает. 3 секунды и все. Mm-hmm. Саня, я Катю люблю. Ну, вам с Катей, да, привет. Так, ребята, приезжайте в Испанию. Задумаемся, потому что испанский Ибица. Лучше подтягивать в Испанию. Ибица. Отвезите меня на Ибицу. Так, Саша, сколько вам лет? Мне чуть больше, чем Масе. Вот. Так, а в далеком будущем не планируем ли мы детей? А, честно mm-hmm. говоря, мы далекого будущего еще не планируем. Мы пока работаем над ближайшим будущим. Нет. Привет, как скинуть жир, вроде курицу и гречу ем, но не ходили. Первое, надо убрать соли. Второе, убрать короткие углеводы. А третье, надо помнить, что чем вы больше двигаетесь, тем больше у вас разгоняется обмен веществ. Ну, надо еще смотреть, какой уровень гормонов. Поцелуйтесь в прямом эфире. Мы сделаем донат, вы будете описывать свои желания, а мы будем целоваться. Так, Саня, у меня будет девочка, ура. Поздравляю вас. Да, искренне. Так, мы клевые. Так, вот из таких людей страна гибнет. О, да, наверное, из других с зеленым цветом она не гибнет. Так, люди зашли, не понравились, не комментируйте. Так. Что-то у меня глазки слипаются. Глазки слипаются? Да ты спала сегодня 3 часика. Да. Да? Что там пишут? Саша, через гиалуроновые губы чувства есть? Еще какие? Абсолютно. Что такое короткие углеводы? Это практически все сладкое. Ой, нам лайки, спасибо, сердечки. Сердечки? Сердечков да, много. Смотри. Так, смотри. Ой, смотри, цветные всякие. Да, смотри, ура! Нам какой-то петух дырявый написал. С никнеймом. Странный у него никнейм. Так. Привет. Саша, привет. О, шпак не гей, я это всем говорил. О, какое открытие. Да, серьезно. Так, приходите в Экофитнес на Киевской. Честно говоря, мы до своего зала доползем только завтра, и то по роду работы. Так. Материтесь? Не, мы не материмся. Да, молодая и Москве, привет. Почему не банишь? Потому что я болтаю с вами. Пока я отвечаю на какой-то вопрос, между прочим, пропускаю другие вопросы. Если я еще начну людей банить, ну это будет вообще ахтунг какой-то. Сердечки, коричненькие, розовые. Так, боже, вы мужчина или женщина? Ну, я не знаю, сколько вам лет, но если вы отличаете мужчину от женщины, нужно все-таки, наверное, как-то поднимать свой собственный уровень развития. Вот. А, так, сколько операций сделал? Много. Так, ты актер? Порно-актер. Ну, спасибо тебе.
Нормально в прямом эфире выдать музыку порноактерам. Отлично. Так, Нагора похож на Mortal Kombat. Да, такое есть. А при наборе какой тренинг лучше? Какой? Интуитивный, как и при скидывании, при всем остальном. Придумайте имя нашей девочки, которая скоро родится. Нет, такой ответственности мы себя не возьмем. Это абсолютно точно. На самом деле нужно имена не только писать, имена нужно проговаривать вслух, чтобы вы понимали, мило ли вам звучит то имя, которое вы говорите. И вы его найдете сами, так будет гораздо вернее. Так, недавно начал вас смотреть, достойно отвечайте на все вопросы, так держать. Спасибо. Так. Спасибо. О, опять у нас там пошел молодой человек, который представился сначала петухом, а потом кричит, что из-за таких, как он, все равно вымирает. Ужасно. Так, ну чего, что, вопросов нету? Всем жарко сегодня? Сердечек идет много. Я сама назвала Арий. Как он интересно имя. Прикольно. Из Владивостока, большой привет. Привет. Так, сколько лет занимаетесь спортом? Машка у меня занимается лет 11, а я занимаюсь... Красивая парочка. 23. Спасибо. У тебя свои губы? На данный момент у меня губы полностью свои. Так. Там всякие, кто-то там стучит. Здорово. Пошли железо тягать. Железо будет завтра, однозначно. Буду приседать сотку на 50. Ну, по крайней мере, стремиться это сделать. Вряд ли получится на этой неделе, но я думаю, что недели за 3 дойду. Общаюсь ли я с Щикиным? Нет, не общаюсь и лично не знаю. Так, ты хороший мотиватор, спасибо. Мужской журнал на ютубе будет продолжение. Антонио решил пока хавать борщ. Сказал, что этот процесс летом более благоприятный для самочувствия. И пока он не готов продолжить. Так, когда говорит, накачаешь, он не накачается. Там нет уже мышц, остались одни связочки. Саня, удачи, спасибо. Ой, кто меня любит? Ты кто? Ну и хорошо, лучше, когда тебя люди любят. Да. Так, это твой стиль типовой? Да, как проснулся, так, собственно, и есть. Так, я на человека не похож. Ну, это же прекрасно. Ой. Так. Пусечка. Что тут у нас? Что буду делать с грудными? Да ничего не буду делать с грудными. Я их спокойненько тренирую, они меня не парят. Потому что я в основном качаю больше нижнюю часть тела. Почему в шоке? Так, Саня, у меня девушка в шоке от твоего вида. Ну, только же хорошо, когда люди еще умеют чему-либо удивляться в нашем мире, по-моему, да? Так, сколько стоит тренировка? 2000 рублей она стоит. А ты не жалеешь о том, что сделал с собой? Не жалею ни о чем, потому что если бы мы не делали бы некоторых моментов в жизни, даже не самых правильных, мы бы не стали тем, кто мы есть на самом деле. В общем, вот так вот. Когда видео с Кокляевым? Возможно, скоро. Мишка в Москве. Так, вот люди. Так. Так, я тебя где-то видела. Это хорошо. Бадюк говорит, что ты черт. Не знаю. Мы встречались с Сергеем Николаевичем, лично мне он ничего не сказал. Ну, а раз он мне ничего лично не сказал, соответственно, в общем, я ничего лично не знаю. Жим уменьшился из-за груди? Да, уменьшился. То есть, раньше я на двушку уходил легко, то сейчас жима больше, чем 170, нету вообще. Я успел прочитать сообщение, что кто-то тебя мотивирует срочно меня бросить и выйти за него. А, нет, это невозможно. Жена рядом? Рядом. Так. Нравится ли мне моя внешность? У меня много внешностей. Так, Шпак клевый чувак, не ожидал его увидеть. Спасибо. Приедете в Крым? Нет, в Крым не приедем по причине того, что в Крыму я был не раз. Я в общей сложности справил там более полугода. Мне очень нравится Крым, но мне не очень нравится сервис. Вот, собственно, вот так вот. О, Настя-то любит всей семьей. Спасибо. У Настя тут была конференция недавно, такая общеевропейская. И очень много, оказывается, европейцев нас знают с разных стран. Собственно, вот так вот. Так, Саня, удачи вам. Спасибо. Вы крутые. Спасибо и вам тоже. Не думал, что ты в Перископе подписался. Спасибо. Единственное, что не часто, потому что раньше я обычно выходил 4-5 раз в неделю, а сейчас бы выходил тоже, мне не лень. Наоборот, мне даже прикольно поболтать, потому что свободных минут стало больше летом. Проблема в том, что гребаная связь у нас очень-очень плохая. Там все время спрашивают, в какое время лучше. Какое время лучше тренить? Нету в того времени, в которое лучше тренить. Есть, конечно, биоритмы, в которые лучше. То есть кто-то утром принципиально не может, а кто-то вечером не может. Нет, мы телевизор не смотрим. На самом деле это должно быть тогда, когда у вас просто появилось время. А если времени дофига, тогда все по интуиции, по самочувствию. Собственно, вот так вот. Так, зачем такие губы мужику? Не знаю. Я-то не мужик. Но. Так. Я с утра тренируюсь. С утра прикольная тренировка. Сколько тренировка по времени? Ну, у моих подопечных она занимает час, а я сейчас коротко тренируюсь, в среднем минут 20, наверное.
Так, сами зачем внешность начал менять? Просто интересно. Зачем? Как фильтр от людей, которые пытаются во мне увидеть то, чего во мне нету. А так, теперь они видят точно только внешность, и, соответственно, у меня меньше проблем с разговорами, со знакомствами, со всем остальным. Вот так вот. Я успела прочитать, спросили, что ты любишь кушать, какая твоя любимая еда. А я отвечу, он дюймовочка, ест только ягодки, жру я. Да, ягодки я люблю. Так, видео, где тебя мусора принимают? Сотрудники полиции. Было такое видео. Так, сколько раз в неделю? Что сколько раз в неделю? Я тренируюсь 5 раз в неделю. Так, у вас есть дети? Нету. Я постригся? Нет. Я не стригся, это Мася меня так залезала. Ну, залезала, а киюрочку сделала. Ты мясо не ешь, что ли? Не, мясо ем, но не часто, наверное. В основном люблю фрукты. Фрукты ем, бысашки ем, особенно летом. Вообще, за еду сильно не слежу. То есть, могу вечером прийти, выпить бокальчик вина, поесть вкусного сыра с помидорками. Собственно, как-то вот так вот. Сколько раз в неделю тренироваться? По самочувствию, просто смотря какие цели. Я люблю тренировку вообще как сам факт. Вот. Так, показать ногти. А у нас Мася одинаковые ногти. Где Мася на ногти? Вот. Такие вот у нас ногти. Так. Так, приветы личные я не передаю, иначе у нас будет просто передача приветом. Как я отношусь к БИН? Никак не отношусь. Эль-карантин пьешь, и нужен ли он вообще эль-карантин? Это производная одной из аминокислот, дает легкий такой толк в дистрофировании жировой клетки. Ну, собственно, этот толк такой, можно сказать, нивелируется 1-2%. Точно он не вредный, но польза от него маленькая. Так, Саня, скажи, можно на фруктах и ягодах нормально тренить? Уберите все эти стереотипы. Можно трениться, нормально не спать, нормально вообще не есть. Можно питаться 2 раза в день и натрениться все более чем нормально. Говоря. Да, точно, все у нас в голове. Так, собственно, вот так. Ну что, давайте еще десятка, полтора вопросов, и мы с Маськой будем... А тут Маська на самом деле уже почти все съела, я еще ничего не съел. Да, хочешь, я покормлю? Не, я буду туда чапать. С Москвы? Ну и так, что? А я всегда всем культурно отвечаю, к тому же сотрудники полиции имели определенные сведения по этому поводу, которые они хотели проверить. Они их проверили, ну, соответственно, все у нас хорошо. Так, я уже на свободе, я все еще на свободе. Так, что для бодрости? Что для бодрости? Хорошие мысли и позитивное мышление. Был в Санта-Моника? Нет, честно говоря, не был. Мы очень много где хотим побывать, хотим путешествовать. Но пока много работы. И будем работать в ближайшие, так это, года 4. Да. Да. Вот. А что в аптеке можно купить, если цель набор? Старый добрый витамин С, не знаю, кардиоаспирин при наборе так или иначе нужен. Я пользую время тринитарную кислоту, а витамины можно давно купить уже в спортмагазине. Ты на маникюр ходишь сам? Конечно, хожу сам. Сам я точно не крашу. У нас хороший мастер по маникюру, мы мафию вместе ходим. Так, смотрел я ли «Бригаду»? Нет, я не смотрю русские фильмы, русские сериалы, а последние 8 лет не смотрю еще и телевизор. Хотели бы побывать в Норвегии? Да, в Норвегии прикольно. К вам на улице подходит хамят, ко мне на улице подходит брать автограф, фотографироваться и сказать, что они мои подписчики. Так что, собственно, вот так вот. А, есть свой канал на Ютубе, есть Саша Шпак, и уже достаточно раскрученный, так что смотри. «Варкрафт» посмотрели? Да. Мне, честно говоря, понравилось, я люблю такие фильмики. Так. Нет, никаких детишек. Я категорично. Она сама маленький ребенок. Зачем же детишки? А где живем? В СПБ. Так. Передать привет пробке на Ваське. Да. Пробка сейчас вообще во всем городе. Мы тоже объехали ее. Да, через другую сторону города. Все. Синие сердечки мои. Спасибо. Приходение больше кардио или силовое делать? Разумеется, делать больше кардио. Но силовое тоже не забывать. Но основа это движение. Ого. Мы с такими сердечками можем еще поболтать, да? Да. Так, гейнеры вредны. Гейнер – это белковый углеводный коктейль. Он не может быть полезен или вреден, нужно читать состав. Что думаю о льняном масле? Ничего не думаю, я предпочитаю есть рыбу. В рыбе есть все. Так, что почему? Вы столько раз задаете вопрос, почему, а я не знаю. Почему никаких детей? Почему никаких детей? Да потому что мы эгоистично живем друг для друга. У меня девушка мастер по маникюру. Приходите. У нас свой мастер по маникюру, мы очень рано приходим к ней. Мастер у меня вообще получается к 6 утра приезжает. Вот, и не знаю, мы абсолютно не против. У нас один мастер, мы уже давно вообще к ней ходим. Не знаю, но больше даже не мастер, а наша подружка хорошая. Вот так вот. Все.
Чего? Много гадостей здесь пишут. О, да это самое нормальное. Все они пишут, возможно, им после этого станет легче, и они станут чуть добрее. Так что, в общем, позитивненько. Плавание считается кардио. Как и ходьба, да? Можно ходить, а можно ходить. Можно плавать, а можно плавать. Так что вот, смотрите, разница огромная. Так, все, мальчики, девочки, всем спасибо, всем пока. Масек, всем пока скажи, теперь я скажу всем пока. И все, до новых встреч. Спасибо за сердечки, спасибо за добрые слова. Хейтеры, вам тоже спасибо. Всем пока.